Вітаю глядачів 9-го телеканалу. В ефірі спеціальний святковий випуск нашої програми «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова, і сьогодні у мене дуже дорогий, тому що зазвичай дуже зайнятий гість. Заполучити його в наш ефір було вкрай важко, але дуже важливо. Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, маленькая девочка Оля, которая за этот год очень-очень выросла. В каком смысле? Ну, во всех отношениях выросла. Профессионально? Ну, и профессионально тем более. Хотя я уверен, что в глубине души ты все равно остаешься ребенком. Я даже на поверхности души остаюсь ребенком. А что, мы разве уже виделись? Конечно. Ты, может быть, иногда меня не видела, но подарки под елкой видела? Конечно. Ну, так. Это все ты? Конечно. Конечно, это все я. Не буду себя хвалить, но я стараюсь приносить всем подарки под елку. Потому что, мне кажется, это самая волшебная, самая загадочная ночь в году, когда люди хотят чуда. И это чудо при помощи моей совершается. А ты приносишь подарки только тем взрослым, которые сохраняют в себе внутреннего ребенка? Стараюсь, но иногда подарок наталкивает человека, и он ищет в себе детскость. И это очень здорово. Я хотел бы вручить тоже небольшой подарок. А что это такое? Студия и без елочки. С наступающим Новым годом. Спасибо, конечно, елочка. Елочка, елочка волшебная, и я надеюсь, что она сейчас загорится. Так, давай а попробуем. Что? Я хлопну чудо в ладоши 3 раза и попробует она загореться. А мне надо зажмуриться? Ну, если ты хочешь, чтобы это на самом деле было чудо, зажмурься. Хорошо. Давай. Закрывай глаза и считаю вместе. И 1, 2, 3. Елочка, гори. Горит? Горит. Горит. Я думаю, что зрители наши увидят ее мерцание. Если бы было темно, зрители видели бы елку, но не видели бы нас. А нам важно, чтобы видели нас сейчас. Итак, возвращаемся к теме нашего разговора. В течение года мы записали более 30 эфиров с разными гостями, потому что наш проект «Пани та панове», он посвящен личностям. Вот приходит какой-нибудь гость, и я начинаю с ним просто разговаривать. И иногда люди рассказывают о себе такие удивительные вещи, которые вот публично мы даже не догадывались бы о них. Вот это писатели, музыканты, врачи, художники. В основном люди творческие, ну, всякие приходят. Главное, чтобы человек был интересный. И вот мне всегда интересно, кем человек хотел быть в детстве, чтобы сравнить потом, кем он стал. Ты помнишь себя маленьким? Смутно, но помню. Это было очень и очень давно. Например, какое первое воспоминание о твоем детстве у тебя? Много снега. Очень много снега и очень густой лес. Это первое мое воспоминание. То есть ты был маленьким дедушкой? Да, я был маленьким дедушкой. С маленькой бородкой? Ну, я не знаю, это уж как фантазия у кого как сработает. Фотографии не сохранилось, конечно. Ну, эскизы, картин, наверное, где-то точно есть. Дагерротипы. Да. Будем искать. Будем искать. Так вот, сегодня я буду спрашивать еще раз у всех наших гостей, кем они хотели быть в детстве и кем они стали, увидят наши зрители. То есть это будет такое вот архивное видео, фрагменты, для того, чтобы посмотреть, насколько мечты человека реально воплотить в жизнь. Ну, мне на самом деле это тоже интересно, потому что я детям задаю вопрос, кем бы он хотел стать, и по прошествии какого-то времени я смотрю, кем же он стал на самом деле. Хотел ли он там стать космонавтом, ну, к примеру, и кем он стал во взрослой жизни, ну, например, стал писателем, или стал милиционером, или стал там, я не знаю, просто хорошим человеком, ведь это тоже как бы замечательная профессия. Директором канала. Директором канала, да. Дедом Морозом кто-то хотел стать? Многие хотят стать артистом, а к Деду Морозу они относятся все-таки как к сказке, как к волшебству. Ну, Дед Мороз, он же один. На всем белом свете. А ты помнишь, кем ты хотел быть в детстве? Кем я хотел стать? Все было как бы уже разложено по полочкам. Вот он родился, и он должен был стать Дедом Морозом. Угу. Ну, мы же вспомнили, что ты был маленьким Дедом Морозиком, да, 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 в большом лесу, где было много снега. Много-много снега, да. На самом деле, снега было очень много, где можно было вот шаг влево с тропинки сойти вправо и по поезду точно проводиться. Хорошо, давай посмотрим, кем же хотели стать в детстве и кем стали наши гости, хорошо? Договорились, с удовольствием посмотрим. Давайте посмотрим.
нами гість пан Павло Вареница. Привет. Павел Вареница, лидер группы «Эполетс». Кем хотели быть в детстве? Вот моряком. Я им стал. В Одессе все мальчики хотят быть моряками? Да, да. Для того, чтобы стать моряком, что вы делали? Где-то учились? Да, я закончил морскую академию. Проучился там почти, ну, кругом бегом, там вышел что-то около 6 лет. Ходил на контейнеровозах, ходил на хэви-лифтах. Это суда, которые возят очень массивные, габаритные, до 150 тонн, тысяч тонн. Большие грузы, да, вообще, большие, да? Грузы. Где был? Не был только в Антарктиде и в Австралии. Туда шаттлы не возят. Да, туда не возят. Ну, очень много стран я посмотрел, и много стран мне полюбились. И я мечтаю вернуться опять в Южную Америку, и хотелось бы не в качестве туриста, а в качестве гастролера. Как же все-таки вы пришли к музыке от слушания до делания? Я в течение всего времени, когда я занимался и в школе, и в институте, я продолжал писать песни. Ой, а когда начали-то? Начал. То мы как-то сразу с продолжать. А, да, начал, наверное, лет 12 первую песню написал. Это была о любви? Естественно, это была песня. А несчастной? Трагичный. Трагичный, насколько она может быть воспринята в подростковом возрасте. Ну нет, знаете, в 12 лет все, трагедия и драма, это нормально. Да, все черное и белое. Я очень помню свой возраст. 12, 13, 14 лет. Я бы не хотел никогда туда вернуться, я был очень неприятным человеком. Ну, вокруг были вам подобные, нормально. Да, я начал слушать тяжелую музыку, рок тяжелый, и начал общаться, естественно, в подобном кругу людей с такими же вкусовыми интересами. И мы создали группу, это была дерьмо-группа. Я играл на басу, я пел, у нас был гитарист еще и ударник. Больше половину репетиции мы играли в теннис, потому что в соседнем зале был теннисный стол. Песня, которую я просто вкратце расскажу, что это за период, потому что песня, у нас был один хит, это, если это можно так сказать, это была панковская гранжевая какая-то песня, набор стилей, и там было 4 аккорда на куплеты, на припев, и там песня называлась «Мне надоело», в припеве много раз повторялось «Мне надоело», а в куплете рассказывалось, что именно надоело. Ну, нормально. Ну, песня неплохая, на самом деле. Очень выдержана в жанре, на самом деле, панка. Подросткового рока, да. Потом я пошел в академию. Перед этим я думал о том, что надо заняться уже серьезным делом, что это вот эти петушки вот эти занимают. Басист. Да. Я продал гитару, продал бас-гитару нашему будущему уже басисту. Ужас. Пошел на первый курс. На втором курсе я поехал с друзьями автостопом на Таврийские игры, встал на танцпол и подумал, а что я делаю в академии, вообще не могу понять. Я же должен здесь быть, на фестивале. Я должен быть не на танцполе, да, а на я должен сцене, на сцене. Да? Да, я думаю, я поехал, я вернулся домой, выбросил, жабка, жабка эту, выбросил, задавила, выбросил да? эту мысль, думаю, так, это просто был алкоголь и хорошая атмосфера фестиваля. И опомнись, Паша, да, да, сказала я начал себе. Потом, я начал ходить в море и продолжу писать музыку. Оно начало, ну, то есть, как бы я его там не давил внутрь, я продолжил писать музыку, и я купил какой-то инструмент себе в Гонконге, дешевый синтезатор какой-то, и периодически я играл на гитаре, если была на судне в кают-компании гитара. Я накапливал песни, я их, когда возвращался домой, я их дома на домашней студии записывал сам, просто их выкидывал в сеть, и потом как-то раз я пришел с рейса, и благодаря ситуации определенной я собрал кавер-группу, и кавер-группа превратилась в группу «Эполетс». Я бажаю гурту «Эполетс» великого успеху. Спасибо. Саме такого, якого ви хочете. І я думаю, що Дніпро буде тримати марку найбільших фанів. Я теж, я вам іскренне цього желаю. Немножко егоїзму.
сьогодні мій гість, дуже цікавий пан Артем Чапай. Добрий день. Хоча навіть не знаю тепер, як до вас звертатися, Артем чи Антон, тому що Артем Чапай – це псевдонім. Треба пояснити, що Артем Чапай, або ж Антон Водяний, письменник, перекладач, журналіст, хто ще? Ну, батько, чоловік, син – це само собою. Ну, професії змінюються. Хто ще? Людина. Людина. Зараз ви в Дніпрі як письменник все-таки, перед тим ви були дуже відомий як репортер, а ще до того як мандрівник-репортер, в принципі, або як мандруючий репортер, або репортер з тем мандрівок, так? Тобто писати, спостерігати, пересуватися, такі три якісь такі іпостасі. Ким ви хотіли бути в дитинстві? Ну, в різний час по-різному. Пам'ятаю, як хотів бути моряком, тому що мій тато спочатку побув трошки моряком, ну, морським інженером, радистом. Мені це було дуже романтично, я читав там Джека Лондона, цього, морські розкази, я забув, хто написав, якийсь російський письменник. І був час, коли я хотів бути фермером, мені це здавалось дуже класно. І в останнє... Це в дитинстві? В дитинстві, так. Тобто мені здавалося, що це дуже гарно. Я просто тоді не усвідомлював, ну, що вирощувати свиней – це не так класно, тому що це не просто ж поросятка, їх вирощують з певною конкретною жорстокою метою. А ну, ти в дитинстві любиш тварин, думаєш, а які милі поросятка, я хочу бути фермером, щоб у них було тисяча. Такі мімімішні, так? Так, вони мімімішні, але якось ти не замислюєшся, що доля в них сумна. А в останні роки школи я хотів бути насправді екологом. Тоді пригадую, от зараз мені чому дуже близькі те, що відбувається там оці плани Ілона Маска колонізувати Марс, це були от мої дитячі фантазії. Тоді начитався, ну, пам'ятаєте, може, марсіанські хроніки Рея Бредбері, я собі уявляв, що от я буду екологом, колись, типу, в складі якоїсь місії поїду на Марс і там буду садити дерева чи там мох для початку. Мені це здавалось дуже романтичним, тобто воно склалось зовсім по-іншому. Але пішли ви? Пішов я в Академію СБУ. Мене пішли в Академію СБУ, скажімо прямо. Це був теж експеримент зі старшою дитиною. Тому що старший з чотирьох дітей, в 98-му році в Росії був дефолт, який вдарив по Україні також. І відповідно, скажімо, економіка нашої сім'ї тоді звелася до натурального господарства, до городів, тобто грошей не було як явища. І відповідно, мене якось так пояснили м'яко, що або ти поступаєш в якийсь військовий вуз, або ти не поступаєш нікуди взагалі, тому що навіть за гуртожиток не буде чим платити, навіть ті там 7 гривень, чи скільки він на той час коштував. Я себе переконав, що нормально, типу, відбуду контракт, але ти, коли тобі 16 років, ти розумієш, що в тебе контракту 10 років, тобі ж здається, що це все життя. І по суті воно так і є. Якби я там відтарабанив до 26 років, я був зовсім іншою людиною. Це одна із причин, чому вийшовши нарешті з Академії СБУ через 3 роки, я майже зразу почав їздити автостопом і через кілька років взагалі поїхав там на півтора роки в Латинську Америку. Це як компенсація була тих втрачених років. Ну, я досі їх вважаю втраченими. Мені хотілося постійно там себе якось переконати, що щось мені це дало, нічого мені це не дало. Я не збирався бути письменником, от, там, повертаючись, ким я хотів в дитинстві бути, навіть уже... Фермером, я пам'ятаю. Фермером, ким завгодно. Вже навіть пішовши з СБУ, коли я вже розумів, що екологом я вже теж не дуже хотів бути, на той момент я собі уявляв, що я буду перекладачем і готувався бути філософом. Тобто для мене ця подорож, це частково було там під впливом Григорія Сковороди, от мандрівна філософія, філософія практична. Плюс філософія така східна, яка не академічна філософія, коли ти занурюєшся в книжки, а практична філософія. І тому для мене це було таке от молодіжна романтика, плюс зав'язана на там уявленнях про справжню філософію. І навіть повернувшись, я не думав, що я там почну, стану письменником. Я думав, що от я теж напишу ось цю одну книжку і на цьому все закінчиться, авантюра. Але, як писав Джордж Орвел, в той час, коли він ще був літературним критиком, каже, як правило, людина, яка починає писати книжки, вона їх продовжує. Що в більшості випадків, він це показав, до речі, про Генрі Міллера, такий американський письменник, який перевернув уявлення про літературу, свого часу його книжки забороняли.
І от Орвел про Міллера казав, коли першу його книжку «Тропі Крака» він аналізував, він казав, що я знаю, що він продовжить писати. Тому що людина, якій вдається, вона продовжує писати. Ну, мабуть, в мене щось подібне вийшло. Коли вийшла перша книжка, ти отримуєш позитивні відгуки там, від читачів, ну і це дуже, звичайно, спонукає писати далі. Це присаджує. Ну, це присаджує, це такий наркотик, так. Мій гість, пан Георгій Делієв. Здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки Георгій или Юрій? Георгій, повне ім'я. Юра мене називають мої рідні, близькі. Георгій і Юра – це одне ім'я. Я не сказала, хто ви, тому що мені трудно определитися, хто ви. Актер, художник, клоун, режиссер, постановщик. Это очень, мне самому трудно очень определиться. Очень много ипостасей, то есть выбрать трудно. Вот вы когда представляетесь Георгий Делиев, и не нужно никакого титра внизу, это уже слава, это узнаваемость, это известность, да, популярность. То есть лицо, которое не нужно уже там подписывать какими-то регалиями. Ну я вот чем занимаюсь там в настоящее время, да, допустим, если я там готовлюсь к выставке, и мне нужно в мастерской там каких-то живописных работ там создать, да, чтобы количество было. Все, вот для меня это самое важное. Или если я занимаюсь постановкой спектакля, то мне сложно там переключаться на другие какие-то проекты. Если съемка, допустим, я работаю над ролью, да, там как актер. Ну, тоже я сосредотачиваюсь, пытаюсь как-то вот на съемочной площадке, телефон отключаю и не занимаясь там другими делами. То есть всегда есть возможность переключения. А это, с другой стороны, еще хороший отдых. Потому что перемена и то, и это, да, и то, и это, и пятый, и десятый, это все работа, но когда это меняет одно другое, то это как отдых, вроде я не напрягаюсь, поэтому у меня и все эти профессии, они не серьезные какие-то, да, я ж вот не произвожу никаких материальных ценностей, да, там не делаю там чашки там или что-то, столы, мебель. Кем вы хотели быть в детстве? Космонавтом. Вряд ли же клоуном. Космонавтом. Я космонавтом хотел быть, клоуном нет, слишком это было как-то так недоступная профессия. А потом художником? Ну, да, художником я даже хотел поскорее уйти из дому и поступить там после 8 класса в художественное училище. Но, слава богу, доучился до 10 класса, поступил на архитектуру. Но уже на архитектуре как-то так стал мечтать быть артистом профессиональным, мимом. И там уже судьба моя пошла всякими коллизиями, такими кривыми путями, вырулила меня вот в то направление, чем я сейчас занимаюсь. А были в детстве вот эти вот пресловутые табуреточки, на которых читали стихи или что-то изображали? То есть был артистичный мальчик? Жук? Нет, я артистичным не был в детстве. Ну, табуреточка, конечно, была. Там Новый год, там, когда Дедушка Мороз принес подарки со Снегурочкой, и нужно было выпендриться, сделать хоть что-то, чтобы получить этот дополнительный подарок. Я там мечтал, допустим, вот когда там у него в сумке, еще он там лез туда, в этот мешок свой, и ты не знаешь, что он достанет. Я так думаю, ой, хоть бы он достал этот пистолет с пистонами, который этот, еще запах этих стреляных, этих пистонов. Он так, такой, вот аромат этой вот, этого коричневого этого пороха, да, серый. И вот так как-то всегда попадалась там какая-нибудь там игрушка, там безделушка такая. Думаешь, ну зачем? В раннем детстве есть какие-то воспоминания. Это все представлялось таким каким-то ярким, праздничным. То есть эти все краски более сочные казались. Деревья были Но с большими? Другой стороны, да, деревья были большими. С другой стороны, как-то и вот, если вдруг происходила какая-то там трагедия, горе, там что-то поломалась игрушка, тоже это ж воспринималось очень гораздо трагичнее, чем сейчас, да, там что-то... Ярче и острее. Ярче, да, острее, то есть если там автомобиль сейчас поломается, ну, да, ладно, опаздываю, ну, что делать? Ну, на СТО повез, там ее чинят. А тогда, если какая-нибудь маленькая машинка ломалась или кто-то ее забирал, о, это ж трагедия была, слезы. Пан Максим Беспалов. Треба сказати, що пан Максим Беспалов – письменник, блогер, мандрівник, професійний мандрівник. Навіть є така професія, зараз ми про це поговоримо, як це взагалі може бути, да? Дніпропетровець, Дніпрянин, колишній чи перманентний? Чи... Перманентний, ну не можна стати колишнім дніпрянином. Січеславець. А ти журналіст за фахом? Журналіст за фахом. Закінчив Дніпропетровський університет? Да, факультет систем та засоби масової комунікації. Чому туди пішов? Тому що не знав математики?
Ні, я вчився в математичному класі, о, тому математику я знав. Розвінчуємо міфи. Да, і математику знав краще за всіх в нашому класі. І, звісно, коли я вирішив піти на журналістику, вчителі математики казали, ну ти що, з глузду з'їхав, яка журналістика? Ти нас предав. Да, ти нас предав, але я з дитинства, там років з 7, може раніше, мріяв стати письменником, звісно. Освіти письменника у нас немає, є там, звісно, у Москві літературний інститут, але у нас немає такої освіти, і найближче до того була журналістика. І як компроміс той до мрії була журналістика. Я не уявляю собі, як можна в дитинстві захотіти стати письменником. Ну, я розумію, якісь такі ужиткові речі, як то там пожежний, там поліцейський, да? Ну, космонавт, це ясно, спортсмен, наприклад, видатний. Ну, те, що перед очима, те, що медіастар, як ми зараз кажемо, ну, актор, співак, так? Як можна захотіти стати письменником? Ну, а як мріє стати актором? Чи співаком, чим вона відрізняється? Вона візуалізована, розумієш? А от це от не візуалізація мрії так само? Ну, в дитинстві всі читають книжки, так. Чи читали, коли це було модно, коли я був дитиною. Зараз знову повертається у моду. І ну, всі читали книжки, і я хотів стати, хотів писати книжки. А ти уявляв книжки. Собі, як це, цей процес? Що ні, звісно, не уявляв, але якісь віршики я там вже в років 7-8 писав. Я пам'ятаю, добре пам'ятаю, 92-й рік, мені 9 років, і я написав кілька віршиків. Я їх записав на аркуш А4, написав «Максим Беспалов, вірші», ну, «Максим Беспалов, стихи». І ходив по вулицях і продавав цей аркуш, ніби своя книжка. Скільки років тобі було? 9 років було, 92-й рік. Такий підприємливий. І люди дивились на це, сміялися, давали мені карбованець. І казали, але ти собі збережи, ну брали цю книжку, але ти собі так само збережи ці вірші, потім станеш дорослим, будеш сміятися, будеш що згадати. От я ну, дорослий, ти, мабуть, не мрій... за вірші, а платили за твою дитячу ініціативу. Так, так, звісно, да? Звісно, тому що віршики там були ніякі, звісно. Але ну, вони думали, що дитина виросте, і мрія зникне. Дитина виросла, і з мрія не зникла. Ну вони про це не знають, а да. Раптом хтось зараз дивиться, чує, думає, гугли, боже, дня, нічого може, собі, це може той виставив, малий. Не? В якого я купив того аркуша. Я такий мав рацію, думає людина. Уявляєш? Через 100 років продасть за мільйон доларів. Пан Роман Бахарєв. Роман Бахарєв – лідер групи «Бахрома». Сейчас. Кем мечтал быть в детстве? Тем, кем стал. Вот в уральском детстве. Да. Когда свистел в листочке, да, конечно. Хотел... Ну как, тогда я мечтал стать Михаилом Боярским, конечно же, потому что я смотрел на него по телевизору, и дядя в шляпе с огромными черными усами, с рыхлым, хриплым голосом что-то вещал из телевизора, а потом появился Юрий Антонов, и, конечно же, я видел, что Юрий Антонов, вау. И тоже шляпа у него была? Шляпы у него, по-моему, не было. А что впечатляло в Боярском? Вот образ этот? Образ, да, его показывали по телевизору, по черно-белому тогда еще, и мне очень нравилось, что у них, у этих ребят, которых показывали по телевизору, у них есть гитары, и я представлял, что я тоже с гитарой брал у мамы веник, или у меня была какая-то клюшка для хоккея, и изображал возле зеркала из себя рок-звезду. То есть важен был не факт появления по телевизору, а факт появления с гитарой по телевизору, да, правильно? Конечно. То есть Леонид Ильича же тоже показывали по да, телевизору. Да, естественно, мне нравилось всегда, и, собственно, мне кажется, я с самого детства, мне снились такие сны, когда я стою на большой сцене с своими друзьями, музыкантами, и мы поем. Вот, собственно, так. Ну, «Бахрома» не первая ваша группа. Конечно, ну, естественно. Я же должен был где-то и сейчас, я набираюсь опыта. В каморке за актовым залом, естественно, да? Естественно, конечно. Вот как это было? Вот с чего все началось? Это всего лишь навсего, да, это детство такое. Это проходит увлечение. Все, но не все потом становятся музыкантами. Я вам скажу так. Родители поехали как-то на Западную Украину и привезли мне магнитофон. Ни у кого не было магнитофона. Грюндик? Нет, нет, нет. Это была весна 310М. Весну делали в Днепре? Возможно, да. Но они ее купили на Западной Украине. Они были или в Тернополе, или в Ивано-Франковске. И привезли мне весна 310М. И вот стоит эта весна дома у нас. Кассеты нету ни одной. И родители мне дарят на день рождения кассету, где с одной стороны был записан MC Hammer, ну это такой в 90-х модный персонаж, и группа Iron Maiden, это достаточно такие тяжелые ребята. Я начинаю слушать музыку, потом записываю сам, и меня это очень сильно увлекает. Мои сверстники играют на улице в это время, пинают мяч, а мне просто нравилось слушать музыку. Ну и в какой-то момент я просто влюбился в музыку, потом начал ее сам сочинять, и, собственно, мое увлечение, хобби переросло в профессию.
пані Рима Зюбіна, актриса. Я думаю, що всі знають, всі впізнали. Дуже впізнаване обличчя, дуже світле, дуже таке усміхнене, хоча ролі різні. Ви в дитинстві були життєрадісною дитиною? Так, була життєрадісною і була мрія стати актрисою і тільки актрисою. Спочатку там я крутилася біля телевізора, намагаючись танцювати разом з балеринами. Співала і спочатку «Барі-барі-ліна» для волосся. Хотіла стати «Барі-ліною», не знала, як це. Потім ще потрапила така книга «Актори радянського кіно», де були такі всі красиві, вона була така вся чорно-біла, але там справжні такі актриси. Було написано, хто з них хореографію володіє, хто вокалом, хто верхи їздить. І були мрії, щоб не просто стати актрисою, а займатися обов'язковою музикою, балетом і робити все, щоб потрапити от в таку приблизну книжечку. Батьки не говорили вам, коли ви обирали професію, що Ріма, ну це не хліб, це складно? Ні, вони казали, що не просто не хліб, це, я то казав, ні кала, ні двора, ні сім'ї, ні дітей, оце так і буде. Да. Циганщина. Ну така загальна картинка життя артистів, це ж все-таки легковажні, панянки, та, це все ну, щось жахливе. От, і вони хотіли мене якось так втримати від того. Можливо, тато навіть хотів менше розчарувань в моєму житті, тому що в цю професію я йшла з такими широко розкритими очима і вірячи тільки в те, що буде тільки успіх, тільки перемоги і тільки так, як я хочу. От у мене перша тільки роль, свято. Да, перша роль в театрі. Ви така і залишились, очі такі самі. А за цими очима вже дуже багато всього є. Біля цих очей є зморшки, і я за кожну з них можу розписатися і сказати, що було, чого воно з'явилося. От, і ці очі так само можуть блищати від щастя, а через хвилину в них можуть бути сльози. Але ви не жалкуєте про вибір? Боже, збав, ні. Наш гість, пан Євген Положій, доброго дня. Доброго дня і вам. Ви письменник? Так. І син письменника? Так. Ким хотіли бути в дитинстві, пам'ятаєте? Письменником. Та ну ладно. Дивіться, я приїжджав із Сум, приходив до батька, або жив у Києві з мамою деякий час, приходив до батька, і я бачу, що батько сидить, пише. Я теж любив писати. Тобто займається як футболіст, тобто не дуже напружується, артист, так, улюбленою справою. Чисто, сухо, світло. Так. В нього є на роботу квартири. Не ходить. Та, він ходив на роботу деякий час. Він чітко знає, коли будуть виходити книжки, які будуть гонорари. Є база відпочинку в Ірпіні. Можна поїхати з родиною Скадовських, профсоюз заплатять. От. Думаю, о, яка класна робота. Не потрібно ходити на роботу і нормально заробляє. Це вже який вік у вас був? Це вже, мабуть, там 14-15? Ну так, це там 13-14. А до того? Ну, до того я не пам'ятаю, яким я хотів бути. Угу. Тобто принади роботи письменника були для вас очевидні? О, я чітко зараз згадав, ким я хотів бути. Я хотів бути тим, хто не працює влітку. Тому що я думав, боже, як можна взагалі працювати влітку? Це ж канікули. Угу. Треба знайти таку роботу, щоб влітку ти не працюєш. Тобто взагалі 25 травня, все, раз, і до 1 вересня ти не працюєш. Зараз ви працюєте влітку? Ну так, але такої роботи, на жаль, немає на світі. І у нас в гостях пан, якого звуть Марсель, але він не француз. Здравствуйте. Здравствуйте. Марсель Онисько. Так. Ви художник. Художник. Крім того, що ви художник, ви ще немножко актер. Було діло. Ви хто ще? Разними вещами приходилось займатися. Там, от вітража там, до видання журналу. Просто все время что-то хочется делать. Ти ж не будеш там, задавати себе все время вопросы, будеш там знаменитий чи не знаменитий. Просто иногда ты занят тем, что тебе нравится. А зачем тебе останавливаться в том, что тебе интересно? Вот и все. Ну, ты что-то делаешь и тем же самым развиваешься и показываешь другим. Какие-то влияния взаимные происходят. Вы счастливый человек вот, в том, что вы делаете? Ну, конечно, мне нравится, чем я занят. Ну, массу удовольствия. А в детстве вы кем хотели быть? Я ходил на авиамодельный кружок. Лет 7 я хотел быть авиамоделистом. Ну, мне нравилось эти самолеты собирать, все это там делать. Оно летало, то, что вы собирали? Да. На соревнования мы ездили, всякое такое. А ну, потом? Что случилось? Как-то так, музыка. Музыка? Музыка повлияла.
Вот, наверное, эти книги, которые моя мама собирала. Потом друзья, художники все. Те, ну, и в основном у меня были постарше друзья. Там у них мастерские. Я с детства любил этот запах мастерских. Вот этот, я помню себе вот таким. Вот этот запах. Я там мог просто сидеть себе и балдеть. Там, это все разглядывать. Ну и всегда было интересно. Все такие бородатые дядьки какие-то. У них куча книг. Работы висят. А родители не говорили, вот, что ну, художник – это не серьезно, это не профессия, говорили, это не хлеб, ты будешь бедным, ты будешь нищенствовать? Говорили. Пугали? Пугали. Ну и правильно делали, что пугали. Почему? Ну, потому что это так оно и есть. Это не каждый, не ежедневный хлеб. Не всегда получается этим, в общем, там, сильно прославиться. Вернее, сильно разбогатеть на этом. Прославиться-то можно. А вот чтобы жить, это там тяжеловато иногда. Слава – это не всегда деньги. Нет, не всегда. Ну и слава – это, ну, это такое дело. Я, например, это вот, вначале, ну, вот это вот мне не нравилось, что там кто-то меня знает там сильно. То есть вы были из тех самых стеснительных художников? Нет, ну, просто надо к ней ровно относиться, как и всему прочему. То есть, что... Вот я сейчас на телевидении, я же знаменит сейчас, да, как бы. Конечно. Ну, вот. Но к этому надо, просто надо уметь общаться, это вот все, вот это вот перебороть в себе. Это же все равно придется где-то себя показать и перестать стесняться этого показывать. У меня в гостях пан Сергій Танчинець. Я не назвала, хто ви такі, я просто назвала ім'я. Я думаю, що просто наші глядачі знають, що Сергій Танчинець – це гурт без обмежень, тому що зараз ви медіазірка. Так було не завжди, але телебачення щось зробило, скажімо так. Да? Ми до цього ще повернемось, але давайте ще задаємо про дитинство. Ви хотіли бути музикантом, коли були малим? Чи була до того ще була якась мрія? Коли я був малий, я, як всі, хотів бути спочатку космонавтом, потім міліціонером, потім там, я не знаю, дитячі всі мрії. Ні, я музикантом, музикою я почав захоплюватися в 11 років, можливо, в 10. Я почув нині покійно Гері Мура, і там в нього декілька всесвітньо відомих треків з прекрасними гітарними соло, блюзовими, з його фірмовим звучанням. В нього таке воно багато сустейну, воно довго звучить, це соло, кожна нота смачна. І от мені там в тих 10-11 років дуже сподобалися ці пісні, і мені просто захотілося там. Тобто це був саме Гері Мур? Так, саме Гері Мур. Я звернув увагу на музику от через нього. Я хотів в Кульок Ужгородський на режисерський факультет після 9 класу. Тато мені сказав, що, ну, друже, давай все-таки, типу, підемо на виробництво радіоелектронної апаратури. Ну, я сказав, окей. І там почав займатися музикою в тому техніку. Тобто ви закінчили 9 класів і пішов в технікум. І пішли в технікум. І там займався музикою. Тобто радіо, приладобудівельник. Я нічого не розумію взагалі, чесно. Абсолютно. Ну, фах який у вас? Ну, написано, організатор там, виробництва радіоелектронної апаратури. А, тобто ви організатор, все-таки. Тобто це такий самий, як там керівник хору, диригент, ну, типу, ви організатор. Так. Тобто ви можете організувати? Ну, міг би я там. Міг. Ну, ви організували без обмежень. Ну, він сам організувався, і не я один його організовував. У нас було, не я ж один. Це не проект Сергій Танчинець плюс хлопці. Це гурт, це робота всіх людей, не тільки моя. Ну, мене люди бачили все життя в цьому, і все життя там я прагнув до музики. Ну, але ні, так якось, та ладно, пацан з Мукачева, він, ні, ніхто не думав, що це щось виліться таке більш велике, так? Не думали. Ну, я не відчуваю себе зараз побідителем. Ну, нема цього всієї. Ще попереду? Ну, я маю на увазі, що мені ніколи не хотілося комусь щось доказувати. Мені не потрібно було доказувати їм, що я зможу стати музикантом. Ви знали, що ви зможете? Я просто собі йшов туди, куди я хотів йти. Навіть не тому, що я так вперся і я зроблю це. Просто мені туди хотілося, і я туди йшов. Ну, і воно вже якось там через якийсь час мусить давати свої. А були якісь знаки, які вам підказували, що, Сережа, ти на правильному шляху? Або навпаки, багато перепон, які вас зупиняли. Ні, ну були якісь знакові моменти, коли я розумів, що о, цей момент, це результат якоїсь роботи, і це перспектива йти далі вперед. Дуже цікава пані, яку звати Лариса Руснак. Дитинство було щасливе?
Як вам сказати? В мене мама такий, знаєте, була досить жорстка, за що я їй дуже-дуже вдячна. І дитинство в розумінні ігор і відпочинку в мене не було зовсім. Я от чогось я нещодавно зовсім думала про це, що дитинства не було. У мене була музична школа, танці, бальні танці, народні танці, спортивна зміна, ну, спорт якийсь там був, гімнастика. Кожної секунди я десь була, весь час щось робила. І мама, власне, займалася мною дуже жорстко. Мама щось знала. Так, я мамі за це дуже вдячна. Дуже-дуже. Все знадобилося з того, чим займалася дитинство? Все працює? Зараз воно все працює. Зараз я в театрі, я думаю, що, власне, завдяки мамі. Я дуже люблю танцювати. В мене в театрі дуже багато танцювальних вистав. Часом мені доводиться і грати, і співати. Ну, власне, це інструмент, який розвивається весь час, розвивається. Тобто воно, на щастя, не лишилося. Мама мені ще привила одну дуже хорошу рису. Це трудоголізм, як назвати би. Тобто, вміння працювати наполегливо, так? Бажання. Не боятись. І бажання. Бажання вчитися. І потребу, мабуть. Да, і я думаю, що воно розвивається весь час. Тобто я досі хожу займатися співами, досі займаюся танцклас. Це перманентний стан. Тобто я весь час знаходжуся в такому русі. В школі був театр? Ні, я взагалі не думала про театр в школі зовсім. Я а ким мріяли бути? Мріяла бути балериною. Ну, теж театр. Ну, так, да, але не драматичний, бо я, у нас вже Котовськ, маленьке містечко, у нас була, і, власне, я думаю, що це я навіть не знаю імені цієї прекрасної феї, яка запустила в мене цю бацилу танцювальну. Балерина, у нас військова частина в Котовську, і вона... І балерина десь рік, може, була дружина в якогось військового. Mm-hmm. І вона мала цей танцювальний клас, mm-hmm. класичний. Нічого собі. І оце рік, з 5 років мама мене віддала, до 6. Все, воно поїхало, в мене в будинку піонерів лишилися бальні танці, народні танці. Я пішла танцювати, але там вже в будинку піонерів був і театральний гурток. І я собі думала, я йду на свої танці, мені дуже подобалось це робити, дуже-дуже. І я проходила по всій, там такий прохідний клас невеличкий, і я дивлюсь, на табуретці стоїть хтось один, а навколо нього двоє чи троє ходять, за ручки взялися, і якусь тра-та-та-та-та-та-та, ну що за дураки, що вони, ідіотизм якийсь, кошмар. І я думала, оце театр, фу! Після балету. І я ніколи, там для мене було щось несправжнє, а танці це для мене був, ви знаєте, справжнє, тому що там ти щирість якась. Щось робиш буквально. Угу. От не прикидаєшся щось нібито робиш, а ти буквально робиш оце. І воно якось ще емоційно дуже відкривалося, знаєте, Ну, зараз безглуздо запитувати, чи не прикро, що не стала таки балериною, бо вже не стала. Але ні, дані, я дуже щаслива, що дані збереглися, по-моєму, досі. Такі руки виразні. Ні, я дуже щаслива. Якби я була балериною, я б вже давно, 35 років, я б вже закінчила свою кар'єру. Я хіба що б викладала, може. Окей, я не балерина, але я в театрі танцюю. Але я можу зіграти балерину. Власне, я, до речі, грала балерина. Я хотіла сказати про те, що в театрі можна все. Нарешті у нас в гостях пан Антон Шевельов. Вот скажеш Антон Шевельов, всі розуміють таку річ на самом деле. Екстремал? Ти екстремал? Ну, да. І тревел-фотограф. Ти тревел-фотограф? Тревел-фотограф, да, теж. Мені самому очень тяжело всегда отвечать на этот вопрос, когда спрашивают там, кто ты, расскажи, кто ты. Я начинаю очень сильно
там уходить вглубь себя и думать, блин, а кто же я все-таки на самом деле? То есть я и спортивный фотограф, я и репортажный фотограф. Просто в каждом какой-то момент моей жизни, да, я выполняю какие-то разные... Я вообще очень мультизадачный человек и даже одновременно могу выполнять кучу разных функций. Это, ну, страсть, скажем так. Она тебя нашла или ты ее выбрал? Потому что, как правило, мы получаем то, что мы к себе привлекаем, да, вот своими вот магнитами какими-то. Если магниты работают правильно, то и привлекается, наверное, именно то, что мы хотим. У меня давно уже есть ответ на этот вопрос. Мои родители с самого-самого раннего детства брали меня в походы. Мой брат там в 3 года первый раз в поход, такой достаточно серьезный водный по реке Пра, по-моему, ну, много просто очень все было. И меня с самого детства возили всегда в походы. То есть изначально это было, ну, понятное дело, дома не оставишь, бабушки тоже, поэтому брали с собой. Но я получал от этого удовольствие. Хотя сказать, что я прямо стремился к тому, что я буду путешествовать, это будет моей работой, я никогда об этом как-то не думал. И о том, что фотография будет моим образом жизни, и, там, источником доходов, тоже я никогда об этом не думал. Сегодня у меня в гостях. Ну, будемо говорити пані, тому що це Світлана Тарабарова, панянка. Дякую, дякую. Всім привіт. Ну, вас взагалі називають сонячною певицею, сонячною дівчинкою, дівчинкою сонячного Херсона. Да. Взагалі, вот слово «сонце» і «тепло», воно за вами таким шлейфом тянеться хорошим. Я чувствую, що я должна передати какой-то меседж. Я проводник всего лишь. І если у меня сейчас получается, музыка приходит, текст приходит, и я передаю людям, и людям это нравится, значит, это моя миссия. В детстве хотела быть певицей сразу или до того что-то было еще? Я читала, что хотела быть водителем. Правда? Нет, или придумали? Нет, это кусочек контекста из моего первого, самого первого интервью, 17 лет. Интервьюер, а Википедия мне... зафиксировала почему-то, да, именно это. Ну, вот меня спрашивают, какой вы профессией хотели овладеть в детстве. А я говорю, я всегда чувствовала, что мне нужно овладеть какой-то важной и нужной профессией, которая будет полезна человечеству. Например, как водитель автобуса. Ага. У него большая ответственность. Он садится за руль, у него огромное количество жизней, и он должен быть внимателен. И я сравнила, и потом передернули, написали, что я хочу быть. И, кстати, каждое интервью меня спрашивает. Нет, на самом деле, кем хотелось быть? Я, конечно же, хотела стать музыкантом. Я как-то с самого детства чувствовала, я пародировала, запрыгивала на стульчик, собирала вокруг себя. Я всегда собирала вокруг себя каких-то людей. Взрослых садила, сядь, послушай. Лак для волос или какая-то, не знаю, вилка. Я одевала балахоны, как у Аллы Борисовны, тогда по телевизору показывали часто. И что-то пела, читала какие-то стихи. Первую песню написала в 9 лет. Талановитый пан, якого звати Євген Хмара. Детство было какое? Счастливое? Счастливое детство. Веселое какое? Счастливое детство, да. Я, несмотря на то, что я много работал в детстве, и все сверстники там играли, не знаю, футбол и баскетбол, я тоже успевал это делать, но все же, конечно, я шел в музыкальную школу, у меня было сольфеджио, у меня был хор, у меня была специальность. Там. То есть музыкальная школа была сразу, с первого класса? Да, с первого даже с нулевки. Я в музыкальную школу пошел, мне было 6 лет, и я еще не учился в обычной школе. И вот так совпало, что первый класс обычной школы совпал с первым классом музыкальной школы. А родители школы. Музыканты? Родители не музыканты, семья вообще не музыканты. Была большая тяга с детства. Мне было 3 годика, я брал игрушечные кнопочки, направлял на себя фонарик, играл на этих кнопочках, представлял, что я выступаю на сцене. То есть не просто музыка, а музыка публичных выступлений? Публичное выступление, да. Но тут тоже история. Я впервые увидел видео музыкальное по телевизору. Это была группа Space, Didier Marouane. И, конечно, я пародировал его с детства. Я себя представлял Didier. Что я представляю, ну, что я выступаю. Чем зацепил вас Marouane? Ну, во-первых, я знаю, наверное, что потом это все продолжилось. Но... Да, история очень... Фантастическая имела продолжение. Наверное, клавиши. Я не знаю, для меня вот эта картинка клавиши, это было, не знаю, самое, наверное, красивое, что я мог себе вообще увидеть в своей жизни, на самом деле. Вот этот цвет, эта музыка, да. Сьогодні у нас в гостях поважний пан Сергій Кузін. Здрасте. Без коментарів. Здрасте. Хотів з мамою поступити на ІСТФАК на англійському язикі. Був такий факультет. Йому ж здали всі необхідні бумажки. Я факультатив закінчив. І в групі я вже грав. І взагалі мені все це дуже подобалося. Гуманітарна історія. Но
Приехал папа, посмотрел, я уже стоял при этом всем на учете в детской комнате милиции. Вот, был нормально. Гордостью нашей, соответственно, опорного пункта. Герой вот. Района, да? Ну, герой, что это за герой? Вот. И одно прекрасное утро, я в Олимпийский год, вся страна смотрит Олимпиаду, а я с лысыми ушами прохожу курс молодого бойца в ракетное училище военное в Минске. Так что я прям совпал. Школа в 80-м, и тут же стал военным. Вы хотели быть гитаристом, яростно и отчаянно. Ну, это же, наверное, не первая мечта детства. Первая. Профессиональная. Нет, первая была стать мужем Миледи из «Трех мушкетеров». Осознанная. Тереховой конкретно? Да, ну, Тереховой, французской. Французской? Такая, да, конечно, с Жаном. Или не «Три мушкетера», какой же фильм-то был? Ну, почему? «Миледи», правильно, «Три мушкетера». «Три мушкетера». Я не помню. Наверное, она же играла и в Жанна Море в «Фантомасе», это актриса. Да, да. Вот, да, не помню, как ее фамилия, но это была конкретная цель, я ее так и не реализовал, как вы понимаете. Ваша жена похожа на Миледи? Ну, а жена красивее гораздо. Алина лучше. Тогда это была другая история. Я же был, как любой мальчишка, в 7 лет спасателем. У меня в моих мыслях не было там будуаров и стремительных Гонсалесов. Я ее в мечтах своих вытаскивал из пучины морской. То есть, все-таки вы хотели быть спасателем? Да, я ее все время спасал, а потом гордо Миледи уходил вдаль. Когда она начинала, заламывая руки, воздевая их к небу, кричать: «Сергей, останься со мной!» «Нет», — говорил я. Я уже тогда был одиноким ковбоем. Наш режиссер Лена Новикова выбрала самые интересные фрагменты. И я думаю, что ретроспектива программ Пани Топановой теперь еще больше заинтересует наших зрителей. Я бы хотела узнать, какую программу вы хотели бы увидеть еще раз. Или каких гостей стоит пригласить к разговору. Дедушка Мороз. Да. Вот мы увидели, да, что люди хотели быть писателями, космонавтами, балеринами, спасателями Миледи. Один герой даже хотел стать Михаилом Боярским. Ну, стал певцом. Как ты считаешь, вот это сбыча мечт на самом деле? Сложный вопрос, Оля, ты мне задала. На самом деле, мне кажется, что... Да, наверное, это все-таки сбыча мечт. Ведь когда человек маленький, берем ребенка, да, у него практически через день меняется мечта. Ну, то есть, иногда он хочет просто, там, например, пирожное. Ну, это же тоже мечта. Ему раз, родители и купили. Потом он вдруг начинает говорить: я хочу быть дворником. Почему ты хочешь быть дворником? Да потому что я хочу убирать улицы, я хочу, чтобы на улицах было чисто. Да, он, наверное, через какое-то время не стал дворником, стал, например, экологом. Экологом, да, например. Это тоже как бы взаимосвязано. Или просто стал аккуратным человеком. И перестал мусорить. Отлично. И мечты сбываются? Там, где он живет, всегда чисто. Это говорит о чем? Что он просто хотел быть когда-то дворником. Мечты сбываются? Конечно, сбываются. Что для этого нужно? Очень сильно хотеть. Очень сильно хотеть. Если только вот это желание переходит в большое желание, тогда, мне кажется, точно все мечты сбудутся. Маленький Дед Мороз рос, вырос в большого, а маленькое желание вырастает в большое. Главное не останавливаться, не опускать руки, не разочаровываться, правильно? И верить в себя. Что ты пожелаешь нашим зрителям, у которых есть мечта, но они сомневаются в том, что она сбудется? Ну, во-первых, ты сама и ответил. Не сомневаться. Потому что наш мир, он волшебный. Все взаимосвязано с космосом, я не знаю, с окружающей природой, с окружающими людьми. Дело случая. Ведь мы не знаем, что с нами произойдет утром, когда мы выходим за порог дома. Пусть произойдет что-нибудь хорошее. Давай пожелаем чего-нибудь нашим зрителям. Я вам пожелаю, во-первых, быть здоровыми, во-вторых, беречь себя и окружающих, а в-третьих, верить в то, что мир на самом деле прекрасен и удивителен. Верьте в чудо, и чудо обязательно к вам придет. В любом виде, в любой мечте оно повернется так, как именно вам этого хочется. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и еще раз говорю: верьте в чудо, оно обязательно сбудется. Нема чого додати до цих чудових слів, тому що це сказано щиро і від імені чарівника.
це добрі чари, і вони неодмінно збудуться. Я бажаю вам миру і благополуччя. Залишайтеся з 9 каналом. Ми вас любимо. До побачення. С Новым годом! С Новым роком! Ура! Ура! Ёлочка горит!